что надоело многое и многим. Я бы даже сказал, что надоело очень большое количество того, что происходит в стране, и большинству людей. Ну, общаясь в детском саду, куда я вожу дочь, общаясь в социальных сетях, люди говорят о том, что им не нравится, о том, что им надоело воровство, о том, что им надоело платить, ну, как мне, например. В детском саду, пока вот мы с дочкой были, мы поставили пластиковые окна, поменяли сантехнику, купили кровати, купили шкафы. Я не говорю, что мне жалко для ребенка это все купить. Я хочу спросить наше государство, которое энное количество лет возглавляет один и тот же человек. Государство должно что-то делать для людей, которые платят налоги, которые честно исполняют свои обязанности как гражданина. Оно ничего не делает. Оно говорит о мифическом патриотизме каком-то. Причем патриотизм, в кавычках, конечно, он сегодня вообще замешан большей частью на военщине. Даже победу в Великой Отечественной войне, которую одержали советские солдаты, которую одержали солдаты Союза Советских Социалистических Республик, они превратили в свое какое-то шоу с раздачей ленточек. Даже местами акция, прекрасная акция, «Бессмертный полк» превратилась в какое-то шоу, когда школьникам, я даже знаю где, я, может быть, об этом сделаю в ближайшее время репортаж, просто раздают штандарты, да, с чужими солдатами изображенными. Это, конечно, хорошо, что всех пронесли, но акция «Бессмертный полк» в чем заключалась, да, чтобы пронести